Минспорт передал в Алтайский край 200 значков ГТО. Их получат самые спортивные выпускники из школ региона. 184 золотых, 1 серебряных и 5 бронзовых знаков отличия комплекса ГТО пришли в Алтайский край вот совсем недавно из Министерства спорта у нас Российской Федерации. И уже расходятся по муниципальным образованиям, где будут вручены в торжественной обстановке выпускникам школ. Выпускники смогут воспользоваться ими при поступлении в высшие учебные заведения страны и получить от 1 до 10 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена. Увидеть списки школьников, представленных к награждению серебряными и бронзовыми знаками отличия, можно в приказах Крайспортуправления в разделе ГТО. Кстати, с 2017 года принять участие в тестировании по выполнению норм ГТО сможет каждый житель региона от 6 до 70 лет.